В российский прокат 14 февраля, на День всех влюбленных, выйдет фильм «Лед 3». Эта история станет заключительной. В роли сурового тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной снялась актриса Мария Аронова. По словам актрисы, вернуться к съемкам ее уговорил коллега Александр Петров. «По сути, меня уговорил Сашка Петров. Сашка прислал мне прекрасное большое письмо. И когда он сказал «ты мне нужна», я поняла, что это действительно наше общее детище», — рассказала артистка в интервью ТАСС. Третья часть в чем-то напомнит зрителю первую, считает Аронова, но вместе с тем будет и много нового. Например, ее героиня Ирина Шаталина несколько изменится, она станет мягче, ее поступки будут более рассудительными, начнет более ярко проявляться жизненная мудрость. Героиня актрисы, наконец, осознает, что у нее есть настоящая семья, хоккеист Александр Горин, его сыграл Александр Петров, и его дочь Надя, что ради них ей стоит жить и ради них стоит бороться.